Доброе утро, дорогие мои зрители. На улице крещенские морозы. Мороз и солнце, день чудесный. Солнце яркое такое, что пришлось зашторивать. Вот там дальше я стою в просто невероятных лучах солнца. Вот. И начинаем, а точнее продолжаем обзор моего гардероба. То, что еще имеет право быть показано вам, потому что много есть такого всего абсолютно простого, такого походного, дорожного. Это я, конечно, показывать не буду. Конечно, миллион всяких курток. Вот покажу то, что достойно внимания вашего. И продолжаем обзор вот с этого пальто ярко-желтого цвета. Оно из синтетических тканей, ничего так особо из себя не представляет по качеству, но мне очень понравился этот цвет. Я мечтала о желтом пальто. Здесь фасон кокон, мне подошел фасон, мне подошел размер идеально. Цвет, который я хотела, очень. Над пальто я еще работаю, привожу его в достойный вид. Но оно мне очень нравится, и, конечно же, оно будет в моем гардеробе. Вот такое желтенькое пальто. Оно хорошо село, мне очень нравится. Ну, ткань, конечно, синтетика, искусственная. Продолжение хочу показать. Вот этот вот бадлон из 100% шерсти. Вот такого красивого болотного цвета. Опять же, был в голове, был в задумке, и вот он, вуаля, визуализировался. И вот у меня теперь есть такой бадлон. Нижняя часть этого образа – это юбка от Гэри Вебер. В составе здесь однозначно есть шерсть, потому что я видела на бирочке слово «вул», но бирочка была, знаете, иногда бывают бирки вот такие, как клеенчатые, и на них наштампована какая-то информация. Информация была уже слегка подтерта, плюс после стирки она вытерлась вообще, выстиралась, остался просто этот ярлычок, эта бирочка клеенчатая. Ну, здесь на ощупь понятно, но плюс к тому, что я видела это слово заветное, и цифры процентов я не увидела. Поэтому не могу ничего сказать, то ли это 100% шерсти, то ли это процентовочка здесь шерсти. Но, тем не менее, шерсть здесь есть точно. И вот такая вот юбка Макси, она сзади с высоким разрезом, теперь живет в моем гардеробе. Кроме тех болотных брючек, которые я вам уже показывала, с такими красивыми золотистыми пуговичками, у меня еще есть вот такие. Я их купила очень давно. Они заужены к низу, вот с таким вот черным лампасом по всей брючине. Эти брюки из полиэстера, но у них очень удачный фасон, они на высокой посадке, они очень хорошо сочетаются из гольфиками, водолазками, рубашками, ну, с чем угодно. Обычные классические брючки. Но очень произошла забавная история. Сейчас я вам ее расскажу и покажу. Предыдущие болотные брючки и вот эти вот, вот такого вот молочного цвета. Это совершенно одинаковые брюки, абсолютно, по фасону, по размеру. Они абсолютно новые. И они висели дружненько рядышком, и я купила в одно мгновение две пары вот таких брюк. Это полиэстер 100%, но на ощупь ткань хорошая, и я вам уже рассказывала, что я только сейчас начинаю обращать внимание на состав. Но тем не менее, если вещь мне очень нравится, я беру не очень хороший состав. А брюки мне эти очень нравятся, хотя, честно говоря, я не надела вот эти вот светлые ни разу еще. Болотные я надела один раз, и, ну, планирую носить, планирую, пока не расстаюсь, хотя купленные они пару лет назад. Вот такие. Пройдемся еще
злосчастному полиэстеру. Есть у меня такие вот молочно-розового, очень нежно-нежно-розового цвета брюки. Пояс под резиночку, то, что я люблю. Обычные зауженные к низу брючки. Ничего такого в них. Они просто хорошо сидят и, в общем-то, так выглядят неплохо. В компанию к этим брючкам я приобрела вот такой вот жакет. Он тоже бледно-розового цвета. Немножко, конечно, отличается. Ну, как бы не обязательно их надевать вместе. Можно и вместе. Маечка, наверное, розовая изнутри тоже лишняя. Скорее всего, больше подойдет контрастная какая-то, черная. Может быть, горчичная, может быть, кирпичная. Коралловая, всякое такое. Вот, ну, вот так вот я вам показываю вместе. Тройку такую. Нежно-розового цвета. Это все искусственные волокна, это все полиэстер. Вот такие светло-бежевые брючки у меня есть. Это уже пошла хорошее качество. Это здесь 44% шерсти. Это уже не куплены в тот момент, когда я начала обращать внимание на составы. Они абсолютно новые. Вот есть все бирочки. Вот такие обычные прямые брюки. В предыдущих видео я вам показывала мой идеальный мужской пиджак. И хочу вот показать вам вот в таком сочетании, в таком образе. И получается, что к этому пиджачку вот такая красивая тоже сочетание, невероятное. Гусиная лапка здесь и беж, и темно-синий, и марсала. Ну, в общем, и черный. Вот такое сочетание цветов. Под этот пиджак у меня как минимум 5 разных брюк есть уже. Абсолютно новых. Теперь, как говорится, носить, не переносить. 5. 3 я вам показала. Да, ну где-то 5. Может быть, больше. Мне он очень нравится. Я буду с удовольствием его весной носить. А низ подбирай, какой хочешь, называется. Есть где разгуляться. Вот такой образ, состоящий из блузы. В составе здесь полиэстер и хлопок. 60 хлопка, 40 полиэстера. И брючки. Брючки мужские с защипами. Но это брючки мои. Потому что, как вы знаете, сейчас мужские вещи с мужского плеча, они очень в тренде. Они мало чем отличаются на самом деле, брючки от женских. Прекрасно садятся они с защипами, с карманами. Я вам их показывала. Брючки, шерсть с полиэстером. Здесь не стопроцентная шерсть, а шерсть с полиэстером. Все тот же ненавистный нам полиэстер, но здесь он тоже присутствует в определенных небольших количествах. Вот такой вот черно-белый классический наряд у меня есть. Брючки куплены недавно, вы должны были помнить из моих видео. Рубашечка куплена давно, и мне стоит тоже перемерять ее, как бы чего не вышло. Сюда вполне можно вписать косуху в такой вот образ. Очень даже будет неожиданно и смело. И вот такое пальто, конечно же, белая блуза и черные брюки прекрасно будут смотреться под пальто, если надо выглядеть элегантно, строго, без лишних эмоций, так скажем, в образе. Это пальто мое, я оставила себе. Это пальто мужское. Это пальто бренда Pierre Cardin Classic Collection. По бирке мне показалось, что оно винтажное. Здесь написано в составе шерсть и кашемир. Мне кажется, бирочка винтажная, брендирована вся подкладочка. Оно темно-темно-синее. Я его пока оставила себе. И в следующих показах я покажу, как оно сидит на мне и как оно вписывается в мои образы. Ну что, дорогие мои, снова перейдем к показикам. Я уже благодаря вам
вашим просьбам, вашей поддержке, вашим теплым словам я уже вошла во вкус. Я уже не боюсь камеры. Я уже не боюсь снимать образы на себе и показывать вам. Поэтому заканчиваю вот такое вот разговорное видео. И переходим с вами к показикам. Не все может быть из этого видео. Не все вещи, точнее, не все образы могут быть из этого видео. Я сейчас пытаюсь догнать то, что я показывала без дефиле, потому что как будет обстоять с показами такого плана дальше, я не знаю, потому что не все же вещи, которые я приобретаю в магазине секонд-хенд для магазина, я не все могу примерять, потому что размер, конечно же, я не буду на себя надевать маленькие вещи, это будет уродство. Вещи, которые мне подходят по размеру, вещи, которые я беру для себя, естественно, я буду показывать. Вещи, которые велики на меня, я тоже могу показать. Но это не будет весь тот ассортимент, который вы будете видеть в моих покупках и в моих видео. Поэтому я буду добавлять показы из тех вещей, которые вы видели ранее, но не видели на мне. И, может быть, не всегда это будет вещь прямо вот из этого видео. Так что извините, пожалуйста, за такое, может быть, неудобство небольшое. Ну, вот буду показывать, что есть, потому что всех показов на мне хватит на много-много-много видео. Спасибо всем за внимание, спасибо всем за комментарии, за поддержку, за подписку, за лайки. И приятного просмотра моего дефиле. Спасибо, спасибо. До следующих встреч. Пишите.